С Днем Победы турецкий народ поздравило оборонное ведомство Азербайджана. Радость Азербайджана – наша радость, горе его – наше горе. Одна нация, два государства. Вечность данной публикации Минобороны Азербайджана поздравила Турцию с Днем Победы. Наступление турецкой армии под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, начавшееся 26 августа 1922 года, завершилось 30 августа разгромом войск интервентов при Думблупенаре. И теперь этот день отмечается в Турции как День Победы. Сегодня Турция отмечает столетие со Дня Победы. Хочу отметить, что эта дата является значимой не только для Турции, но и для всего тюркского мира. Эта победа стала одним из важнейших событий в истории современной Турции, и заслужена она благодаря великому Кемалу Ататюрку и его солдатам. Поддержка Турции и Азербайджана в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны – это один из важных факторов нашей победы в этой войне. Кроме того, дальнейшие экономические проекты, укрепление транспортных коридоров, те цели, которые реально выстраиваются в политике двух государств с привлечением многих региональных игроков, это пример того, как сегодня на международной арене нужно выстраивать реальное сотрудничество между государствами. Не в форме каких-то претензий, территориальных претензий, а именно как взаимное уважение двух равных игроков в региональном пространстве и поддержки друг друга.